Город Ржев в Тверской области вошел в топ-3 востребованных мест для путешествий на автобусе. Среди желающих посмотреть на достопримечательности и посетить новый мемориал советскому солдату больше всего жителей столицы Подмосковья. Спрос на направление Москва-Ржев вырос на 3% по сравнению с ноябрем прошлого года. Средний чек поездки, как посчитали специалисты, составляет 602 рубля. Эксперты отмечают, что россияне стали больше путешествовать по родной стране. Несмотря даже на неблагоприятную погоду, маршруты на Тверскую область и соседние губернии пользуются спросом.